Телекомпания «Веневисьон» представляет. Лилибет Марильо, Карлос Монтилья, Фабиола Кольминарес, Хорхе Аравена, Мариса Роман, Анна Карина Касанова, Хуан Карлос Гарсия в телесериале «Любовь сводит с ума». Сценарий Альберто Гомеса и Леонардо Падрона. В телесериале снимались Ноэль Артьяго, Энри Сотто, Беатрис Вальдес, Янис Чимарес, Роберто Ламарко, Гладис Ибарра, Таня Сарабия, Альберто Алифа, Милена Сантандер, Чони Фуэнтес, Кармен Хулио Альварес, Лоли Санчес, Даниэла Баскопе, Карлос Вильямисар и другие. Композиторы Пабло и Виктор Эскалона. Операторы Элио Мачадо и Джонни Феблес. Генеральный продюсер Мануэль Фрейс Грихальба. Режиссер Сесар Боливар. Любовь сводит с ума. Росаура, ты говорила, что произошло нечто ужасное. В чем дело? Да. Произошло нечто ужасное. Это касается Гильермо. Мемо. Что? Что случилось с Мемо? Ты даже представить себе не можешь. Это омерзительно. Что стряслось, Росаура? Говори, а то я уже нервничаю. Я понимаю. Дело в том, что я узнала, что у моего мужа Мемо есть другая женщина. Алло. Привет, Йоланда. Я должна тебе кое-что сообщить. Что? Лусиано, твой муж был здесь. Он больше 2 часов провел в комнате Максимилиана. По-моему, он и моя сестра занимались любовью. Теперь я понял, почему тебе было так больно в тот день, когда Ракель выходила замуж за этого мерзавца. Конечно. Она была в красном платье, а ты в черном. Ты была в трауре. А вот и прекрасная невеста. Ты прекрасна. Ты самая прекрасная на свете, и сегодня ты станешь моей женой. В трауре, потому что теряла любовь всей своей жизни. Потому что ее украла Ракель. Какой же я дурак. Вы потешались надо мной. Правда была перед глазами, а я-то и не понял. Я не хотела, чтобы Пабло жил с нами. Но мама согласилась, а потом... Я не могла ничего сделать. Вы оба посмеялись надо мной, Фернандо. Хорошо, признаю, что оказался в дураках, потому что был глуп. Но теперь этому пришел конец. Ясно тебе? Что ты имеешь в виду? О чем ты? Я хочу, чтобы этот тип навсегда исчез из твоей жизни. Не могу, Арнольдо. Пойми, не могу, Арнольдо. Арнольдо. Зачем так жить? Прошу тебя. Умоляю.
Давай покончим с этим адом раз и навсегда. Фернандо, я хочу, чтобы этот тип немедленно исчез из твоей жизни. Я тебя не трону, а вот ему повезет меньше. Пускай немедленно убирается из поместья. Если я узнаю, что вы опять встречались, я убью его. И пускай мне придется отсидеть 20 лет за решеткой, как Пабло, клянусь, я убью его. Вы что, не слышите криков в студии? Луиса, наверное, хозяин убил свою неверную жену. Прошу тебя, Мистика, твои комментарии тут неуместны. Где Мартинес? Где Мартинес? Я здесь, Арисменди. Немедленно убирайся отсюда. Хорошо, но без Фернандо я не уйду. Пабло! Фернандо, моя жена, и останется здесь со мной. Ты хочешь, чтобы она осталась здесь, чтобы отомстить, чтобы причинить ей боль? Давай, Фернандо, сама скажи этому типу, что и как. Между нами все кончено, Пабло. Кончено 20 лет назад. Я жена Арнальда, с ним я останусь. Я обязана ему. А ты лучше уходи. Уходи, Кракель. Мое место здесь. Я не верю, что ты говоришь то, что думаешь, Фернандо. Ты слышал, Мартинес, ты ясно слышал. Фернандо хочет, чтобы ты ушел. И ты уходи с ним, Ракель. Арнальдо. Так что ты понял, Мартинес? Убирайся из поместья, из жизни моей жены. Навсегда убирайся. Уходи. Убирайся из этого дома, Мартинес, и берегись. Когда-нибудь я встану с этого кресла и найду тебя. Не надо угроз, Арисменди. Конечно. Конечно, я уйду из этого дома. Соберу свои вещи и уйду. Ванчо, удостоверься, чтобы эта мразь убралась подальше. С удовольствием, хозяин. Зачем ты сказала Пабло, что между вами все кончено, детка? Чтобы спасти маму Луиса. Фернандо не желает, чтобы мы с ним виделись. Я не смею ему перечить. Теперь, когда Арнальдо знает правду, он может убить Пабло. Я знаю, что он способен выполнить свою угрозу. Но Пабло Мартинес — отец твоих детей. Анна Мария, ребенка, которого ты ждешь. Никто не должен об этом знать, мама Луиса. Так лучше, так лучше. Пусть лучше Пабло уйдет. Гнев Арнальдо пройдет, и мы выиграем время. Сколько можно мучиться, дочка? Сколько можно быть жертвой жестокости и садизма? Арнальдо Арисменди.
Самый лучший вариант — уехать в Каракас. Куда бы я ни уехал, я не перестану волноваться за Фернанду. Не перестану. А вдруг Арнальдо посмеет ее тронуть? Я возвращаюсь. Пабло, сколько можно думать об этой женщине? Дело не в том, думаю я о ней или нет. Главное — защитить ее от Арисменди. Хорошо, а чего она сама не защищается? Она не так глупа, как кажется, Пабло. Сдается мне, она выбрала Арнальдо, несмотря на его выходки, потому что в душе любит его. Это абсурд, Ракель. Она никогда не любила этого типа. Представь себе, она выбрала его, а не тебя. С чего ты взяла, что у мамы есть другая женщина, Росаура? Анна Мария, я уверена, в этом уверена. У меня давно были подозрения, еще задолго до свадьбы. Вот видишь, когда женщина заранее знает, она отказывается смотреть правде в глаза. Ты сказала, давно, Росаура? Да, давно. Просто мама какой-то отрешенный, думает о чем-то своем. Раньше он был со мной нежен, всегда заботился, но со временем он изменился. Слушай, Росаура, скорее всего, это домыслы, всего лишь домыслы. У мамы есть другая женщина, подруга, и я знаю, кто она. Можно войти, Гильермо? Вы еще спросите, нет ли ее тут. Знаете, теща, позвольте заметить, что Росауры нет, она вышла. Я в курсе, что она ушла, поэтому хочу с тобой поговорить. Отвечай правду. Правду и только правду, Гильермо. Ты больше не любишь Анну Марию? Ты больше не любишь ее? Я уже знаю. Я в курсе, что Арнальдо наконец-то узнал всю правду. Откуда ты знаешь? Мистика позвонила и попросила быстрее приехать в поместье. Мол, здесь происходит что-то серьезное. Думаю, ты довольна? Мама, я никак не пойму, как Арнальдо тебе не врезал. Даже пальцем тебя не тронул. В такой ситуации ты еще и не такого заслуживала. Ничего. Ничего я не заслуживала, мама. Не думаю, что я достойна чего-то пострашнее ада, в котором живу. Ты сама напросилась, Фернандо. Надеюсь, ты больше никогда не вернешься к этому бандиту. Я обещала Арнальдо расстаться с Пабло. Я сделала это, чтобы спасти ему жизнь. Арнальдо угрожал убить Пабло, если я буду с ним встречаться. Мне пришлось принять условия мужа. Хотя тебе неприятно, мама, но я люблю Пабло. Я никак не пойму, почему Арнальдо не пришил Пабло Мартинеса, не пойму. Этот тип перестал бы отравлять нам жизнь раз и навсегда. Фернандо. Фернандо, забудь этого типа. Сделай это, наконец. При всем желании, мама, я никогда не смогу забыть Пабло. Фернандо какая-то упрямая. Это не упрямство, мама. Я жду от Пабло ребенка. И ты знаешь любовницу Гильермо? Да. Мне все подтвердили. Кто она? Кто Росаура? Кто эта женщина? Дрянь. Женщина, которая ничего не стоит. Женщина, которая ни капельки не уважает чужой брак. Которой на меня наплевать. Анна Мария, я не понимаю, откуда берутся такие подлые женщины. Но, Росаура, не знаю, не стоит так плохо говорить об этой женщине. Наверное, у нее была причина полюбить
твоего мужа. А чего мне об этом думать? Зачем? Она что, подумала обо мне, когда это сделала? Знаешь, Анна-Мария, хуже всего не то, что эта женщина шлюха, а то, что она ждет от мэма ребенка. Ребенка. Ответь мне честно, Гильермо. Ты больше не любишь Анну-Марию? Послушайте, теща, вы опять за свое. Почему вы все время спрашиваете? К тому же Анна-Мария вышла замуж. В чем проблема? А кто тебе сказал, что свидетельство о браке мешает встречаться с кем-то еще? Насколько я знаю, Анна-Мария не вышла замуж. Она сбежала, бросила мужа. Не вышла за него. А может, Анна-Мария не вышла замуж, потому что надеется выйти за тебя? А откуда мне знать, чего хочет от жизни Анна-Мария, если я не знаю, чего хочу сам? Я не знаю, что там у Анны-Марии. Сделай вот что, теща. Сменим тему. Что ж, я не против. Еще один вопрос. Он тебя касается, так что, думаю, ты должен знать. Давай, сменим тему. Что будешь делать с ребенком Анны-Марии? Когда он родится, ты бросишь его или будешь заботиться? Представьте себе, пока не знаю. Я тут подумал, может, вы мне поможете. Расскажете, куда делся отец Росауриты. Думаю, он тоже был женат. Так что я тут посижу, а вы просветите меня. Как было дело? Здравствуй, Пакита, как дела? Сеньора Йоланда ждет вас, она нервничает. Йоланда, что ты здесь делаешь? Почему ты не в больнице с нашим сыном? А ты? Почему ты не в больнице с Эдуардо? Где ты был? Тебе сказать, потому что я знаю. Ты занимался любовью с Максимилианой. Еще один ребенок, Фернандо. Ты опять ждешь ребенка от убийцы твоего брата? Да, мама. Я жду ребенка от Пабло Мартинеса. Ребенок Росаура, нет, этого не может быть. Да, ребенок, Анна-Мария. Знаешь, мне очень мерзко, невыносимо, что Гильермо изменил мне вот так. Хватит. Прошу тебя, не надо. Не плачь. Умоляю, то я сама заплачу. Слушай, а вдруг? А вдруг ребенок, которого ждет эта женщина, не от Гильермо? Ждет Анна-Мария. Нет, ты, наверное, ослышалась. Я сказала, что у Гильермо есть ребенок. Конечно, конечно, я спутала. Значит, у Гильермо уже есть ребенок. Да, да. Девчушка уже большая, ей уже несколько месяцев. А кто мать ребенка? Кто эта женщина, Росаура? С каких это пор ты имеешь право упоминать отца моей дочери? Это моя личная жизнь, моя история. А ты тут ни при чем. Ах, ваша личная жизнь? Да. Ах, я не могу лезть в вашу личную жизнь, а вы в мою, значит, можете. Позвольте заметить, вы каждый день лезете в мою личную жизнь. Это другое дело, сынок. Знаешь почему? Просто, похоже, ты так и не понял, что твоя личная жизнь проходит здесь, у меня под носом. Заруби себе на носу. Твоя личная жизнь в моем доме и с моей дочерью.
Да, конечно, я понимаю. Вы не только каждый день напоминаете, но и каждый день пилите. Вы попрекаете даже за воздух, которым я дышу, который, между прочим, не ваш. Имейте это в виду. Знаешь, в чем дело? Ты подписал себе приговор, Гильермо. Это уже слишком. Да кто ты такой, чтобы сравнивать себя с отцом моей дочери? Хороший же ты выбрал пример. Ты что, совсем спятил? Я спятил. А да? Знаешь, кто тебе стирает белье, ты хоть знаешь? Сам постираю, или Расаурита. Опять те же грабли, Фернандо. Опять ты забеременела от подонка Пабло Мартинеса, как и 20 лет назад. Фернандо, как ты скроешь свою промашку? 20 лет назад ты убедила Арнальда, что Анна Мария его дочь. А что будешь делать сейчас? Насколько я знаю, ты уже давно не спишь с Арнальдо. Скажи, как ты обманешь его на этот раз? 20 лет назад я солгала, чтобы защитить дочь. Но сейчас я не сделаю этого, потому что обман тотчас же раскроется. На сей раз все узнают, что я жду ребенка от Пабло Мартинеса. Дура. 100 раз дура. Ты не понимаешь, что творишь. Не знаешь цену своей ошибки. Я полностью признаю свою ошибку, маму. Я люблю Пабло и горжусь тем, что рожу ему ребенка. Но ты и дура, Фернандо. Ты сломаешь себе жизнь. Моя жизнь и так сломана. Ее искалечила ты, моя родная мать. Фернандо, Арнальдо убьет тебя, когда узнает. Пусть узнает. Беги, передай ему. Вот мерзость. Ты родишь еще одного ребенка от убийцы брата? Мерзость. Нет, мама. Родить не мерзость. Тем более от человека, которого любишь всем сердцем. Пабло — любовь моей жизни. И спасибо Господу, что он наградил меня еще одним ребенком от него. Ты пожалеешь, мерзавка! Никто не причинит тебе зла, милый. Я буду защищать тебя, как 20 лет назад защищала твою сестру. Никто не причинит тебе зла. Никто. Я готова. Можно ехать в Каракас. Ты должен был покинуть поместье Пабло Мартинес. Ты был с ней. Не отрицай. Ты трахался с Максимилианой. Слушай, Аланда, с чего? С чего ты взяла? Ты поступил так же, как 20 лет назад. Ты изменил меня с Максимилианой. Зачем? Зачем ты это сделал? Как ты мог, Лусиано? Все. Как ты посмел? Наш сын умирает на больничной койке, а ты трахаешься с этой ведьмой. Все, успокойся, прошу тебя. Нет, не успокоюсь. Ты был с ней. Ты никогда меня не любил. Я для тебя пустой звук. Ты любишь ее, все еще любишь ее. Замолчи, истеричка. Ты любишь ее? Да. Я был с Максимилианой. Я люблю ее. До сих пор люблю. Нет. Ты ей в подметке не годишься. Лусиано. Нет. Сеньора, не надо, прошу вас. Ненавижу эту женщину. Ненавижу Максимилиану. Из-за нее я не смогла стать счастливой. Никогда. Ненавижу. Как это у мамы есть ребенок, Росаура? Да, Анна Мария, у мамы есть ребенок. От другой женщины.
Нет, не может быть, Росаура. Еще как может, Анна-Мария. Все это время мама изменял мне. Да к тому же скрывал, что у него есть не только любовница, но и дочь. Росаура, ты уверена в том, что говоришь? Да, Анна-Мария. Мне нужна твоя помощь. И чем же я могу тебе помочь, Росаура? Я должна своими глазами увидеть Мэму с этой женщиной. Росаура, давай лучше уйдем с этой скучной вечеринки. Я тут никого не знаю. Пойдем. Да. Пойдем, Карлинис. Анна-Мария, не забудь. Помоги мне, пожалуйста. Она, что с Росаурой? Почему она плачет? Росаура только что мне рассказала, что у мамы есть дочка от другой женщины. Что? У мамы есть ребенок, кроме того, которого родишь ты? Нет. Мне просто не верится, что Гильермо такой подлец. Не верится. Немедленно едем в Каракас. Как скажете, сеньора. Почему вы скрыли от меня правду, Донья Максимилиана? Почему не сказали, что муж Ракель тот самый тип, который убил Романа? Хозяин хочет, чтобы ты убрался из этого дома, Пабло Мартинес. Что-то ты задержался. Убирайся. Пабло, поедем, так будет лучше. А ты, Хуанчо, хватит командовать и не лезь не в свое дело. Да, мы, пожалуй, поедем. Так будет лучше. Жди меня на улице, Диего. Зачем вы солгали? Зачем скрыли, что убийца Пабло Мартинес — это муж Ракель? Зачем вы согласились на эту свадьбу? Как вы допустили, чтобы убийца жил с нами под одной крышей? Не слишком ли много вопросов? Я требую ответа. У меня нет ответа. Я не могу тебе ответить. Арнальдо? Мы уезжаем. Донни Максимилиано, хоть это и ваше поместье, буду признателен, если вы покинете его. Я не переношу вашего присутствия. Значит, ты рассказала матери про беременность. Теперь Донни Максимилиано расскажет сеньору Арнальдо. Рано или поздно этого следовало ожидать. Но когда этот момент настанет, тебе лучше быть подальше отсюда. Скрыться от Арнальдо невозможно. На самом деле мне все равно. Пабло, наверное, уехал. Я потеряла его навсегда из-за того, что сказала. Нет, милая, нет. Мне все равно. Мне не нравятся такие разговоры, дочка. Клянусь, мне все равно жить или умереть. Не говори так, детка. Только не смерть. Ты носишь под сердцем ребенка, милая. Ребенка, которому ты нужна, сильная и здоровая, чтобы воспитать его. Мой ребенок. Еще один ребенок от Пабло. Ребенок, ради которого ты должна жить и беречь себя, детка. Лучше всего сбежать отсюда.
уехать подальше с Анной Марией и со мной. Милая, ты должна бежать. Бог тебе поможет, дорогая. Карлинис, хочу поблагодарить тебя за то, что довез меня до Анны Марии и проводил сюда. Что ты, Росаура, не за что благодарить меня. Ты прекрасно знаешь, что можешь положиться на меня во всем, в любое время. Спасибо, большое спасибо. Росаура, прошу тебя. Я хочу, чтобы ты знала, что я все еще люблю тебя. Росаура, я знаю, что у вас с Мэмо не клеится. Я знаю, потому что твоя мать кое-что рассказывает моей, поэтому я здесь, Росаура. Я здесь и жду тебя. Жду, пока ты разведешься с этим типом, Росаура, и выйдешь за меня, прошу тебя. Я обещаю, что если ты согласишься, я сделаю тебя самой счастливой женщиной. Карлинис, мне пора. Хорошо. Спасибо. Большое спасибо. Да не за что, пока. Пока. Доброй ночи. Доброй ночи. Клянусь, я уведу ее, голодранец. Клянусь, я уведу Росауру. Моя жена встала? Думаю, да, хозяин. Скажи, пусть немедленно зайдет ко мне. Да, конечно. Как провела ночь пациентка, которую я привезла, Артис? Довольно беспокойно, но теперь угомонилась. Пойдем, провожу тебя в палату. Как дела, Чена? Она ушла в себя. Правда? Очень хорошо. Мои дети. Их забрали, моих сыновей. Роман. Пабло. Вы мои сыновья. Вы нужны маме. Проснулась с мыслями о твоем любовнике Пабло? Думаю, ты всю ночь не спала. Я тоже не мог заснуть. Все думал, каким же я был слепым, каким идиотом. Меня предала ты? Мара, твоя мать, Ракель, меня предали все, но шутки кончились, потому что больше ты не увидишь Пабло Мартинеса. Не переживай, так оно и будет. Если посмеешь встречаться с ним у меня за спиной, помни, жизнь Пабло Мартинеса в твоих руках. Не волнуйся, Арнальдо, я не стану тебе перечить. Доброе утро. Доброе утро, дочка. Мама! Мама! Что с тобой? Мама, пожалуйста, не молчи. Папа, маме нужен врач. Мамочка, прошу тебя, скажи что-нибудь. Мамочка, пожалуйста, не молчи. Папа, пусть вызовут врача. Мама.
Здравствуй, милая Рози. Привет, Амапола. Какой сюрприз? Ты здесь? Я просто искала тебя в пансионе, но тебя не было. Амапола, ты мне очень нужна. От тебя зависит спасение нашего брака с Мэмо. О чем ты, подруга? Как я могу помочь спасти твой брак? Нужно обмануть Анну-Марию. Она ждет от мамы ребенка. Что? Нет. Ты не серьезно? Да, я вчера узнала. Она посмеялась надо мной. Они с Гильермо предали меня. А теперь для спасения брака придется мне ее обмануть. И как же ты ее обманешь? Не понимаю. Я-то тут при чем? Амапола, уговори Кристину сказать Анне Марии, что ее дочь Алондрита от мамы. Я позвоню своему брату Луису Херардо, чтобы он осмотрел Фернанду. Нет, Густаво, не надо никому звонить. Вот-вот приедет Скарлетт. Нет, папа, мы не можем ждать Скарлетт. Неизвестно, насколько она задержится. Твоя мать сама напросилась. Моей маме плохо, и по твоей вине, папа. Ты причинил ей сильную боль. Нет, детка. Ты не знаешь, что произошло вчера? Вчера выяснилось, что убийца твоего дяди Романа тот самый тип, который женат на Ракель. Что? Да, а еще выяснилось, что твоя мать встречалась с ним у меня за спиной. Они были любовниками. Нет. Прошу тебя, Арнальдо, не говори такие вещи дочери. А почему? Фернандо давно выставляет меня перед Анной Марией деспотом и бесчувственным грубияном. Мне кажется, пора раскрыть Анне Марии глаза. Пора это сделать. Милая, Фернандо очнулась. Что с тобой, Фернандо? Не знаю. Тише, детка. Где он? Где этот Пабло Мартинес? Я скажу ему в глаза, как я его ненавижу. Муж сеньоры Ракели, она сама вчера уехала из этого дома. Навсегда. Так вот, мне в голову пришла идея, Мапола. Пускай Кристина скажет Анне Марии, что ее дочка от Мэма. Анна Мария разочаруется в Мэма, забудет о нем и уберется с дороги моего мужа. Так я его не потеряю, понимаешь? Слушай, подруга, мысль неплохая. Напротив, очень хорошая. Но одно беспокоит. Думаю, Кристина не захочет врать. Нет, Амапола, пожалуйста, прошу тебя, умоляю. Уговори Кристину. Пусть скажет об этом Анне Марии. Прошу тебя, ты должна мне помочь. Твой муж ждет, пока из Каракаса вернется доктор Скарлетт и осмотрит тебя. Все раскроется, мама Луиса. Мне лучше сама расскажу Арнальдо всю правду. Фернандо. Ай, Фернандо. Ты действительно так меня любишь? Это единственное, чему я научился за всю жизнь. Не целовать мне больше твоих губ, Фернандо. Никогда.
Нет, нет. Того, о чем вы меня просите, я сделать не могу. Кристина, детка, ну сделай одолжение Росаури, пожалуйста. Просто я не хочу так обманывать девушку, которую даже не знаю. Ну вот, Кристина, как раз потому, что вы не знакомы. Я знаю, что мы с тобой не бог весть какие подруги. Так пары слов перекинулись. Но, Кристина, если ты скажешь Анне Марии, что Аландрита тоже от мема... Кристина, я буду тебе по гроб жизни обязана. Подружка, это святая ложь. Ты поможешь спасти семью. Соглашайся. Господи, что мне делать? Согласиться помочь Росаури? Если соглашусь, это все равно, что помочь сестре моей дочери Аландриты. Кармини, слушай. Ты веришь, что у моей дочери две сестренки, а она и понятия не имеет? Это невероятно. Сеньорита Анна Мария, сестра Росауриты и дочери Кристины. Просто этот Арнальдо, та еще сволочь. Бросает женщин направо и налево. Он бросил меня с ребенком на руках, точно так же поступил с Кристиной. Бог знает, сколько еще женщин от него забеременела. Кстати, пастора, а когда ты скажешь дочке, что у нее не одна сестра, а две? Нет, я не отваживаюсь. Не хочу, чтобы дочь узнала. Представляешь, я расскажу ей, что у нее есть две сестры. Она узнает, кто ее отец. А я меньше всего хочу, чтобы Росаура узнала об этом. Пусть держится подальше от этого типа. Подальше. Если честно, я тебя понимаю. Такого отца и врагу не пожелаешь. Но в этом замкнутом круге есть кое-что пострашнее. Насколько я понимаю, обе сестры любят одного и того же парня. Потому что Анна Мария встречается с Мэмом, и это плохо. По словам Гильермо, у них с Анной Марией все кончено. По его словам. Ну, ты же знаешь, ему верить нельзя. Пабло. Пабло. Звонила Скарлетт, сказала, что она уже недалеко и осмотрит тебя, когда приедет. Я не хочу, чтобы Скарлетт меня осматривала. Как же так? У тебя был обморок. Нужен осмотр. Может, она скажет отвезти тебя в местную больницу, чтобы сдать анализы? Арнольда, нечего Скарлетт меня осматривать. И анализы в больнице тоже не нужны. Я сама прекрасно знаю, что со мной. И могу тебе сказать. Откуда ты знаешь, что с тобой? Знаю, Арнольда. У меня будет ребенок. На русский язык фильм озвучен компанией ZonVision. Que digas por decir, es más fácil.